Так, едем на установку бытовки, на участок наконец-то. В новом году начнут строить. Красота. А вот и наша бытовочка стоит. Сейчас поставим ее на участок и скоро начнем строить. У нас тут уже газ провели, вот столбики желтенькие стоят. Красота. Я уезжаю, сейчас бытовочку поставят. Потом как-нибудь приедем, мы ее заснимем, как она здесь стоит. Ой, пришли домой. Завтра, 31 декабря. Сегодня покупала две тушки цыпленка. Дима сейчас разделывает. Будем завтра запекать в духовке с картошкой. И отварил сегодня свеклу для селедки под шубой. Решили мы делать то, что любят все. Это оливье, конечно же. И дети любят. И мы любим очень. Оливье делаем всегда очень много. Ну, я думаю, как и все. Решили сделать селедку под шубой. Завтра нужно будет купить селедку, две штучки. И решили сделать закуски. Мы любим очень закуски в лаваше. Сделаем два разных лаваша. Два лаваша с разной начинкой. Один я люблю с крабовыми палочками, там же корейская морковь, ну там еще что-то. Завтра запишу обязательно. И второй лаваш с начинкой... сыр, яйцо, грецкий орех, чесночок, майонез. Ну, в общем, все не полезно, естественно, но безумно вкусно. Сейчас очень хочется кушать, поэтому прям говорю и глотаю слюни. Так, и также канапе мы купили, два разных вида. И будем делать три начинки для канапе. Одна начинка будет с икрой. Вместо бутиков сделаем канапешки с икрой. Это мне показалось очень намного интереснее, чем бутики с икрой. И мне кажется, даже вкуснее будет. Вторая канапешка у нас будет со шпротами. Тоже завтра обязательно все подснимем. И третья канапешка у нас будет с красной рыбой, которую мы сегодня уже ели. Дима вчера солил. Сейчас он засолил еще один кусочек для как раз для новогоднего стола. Получилось безумно вкусно, вкуснее, чем когда-либо. Вот эта форель в спаре из Армении оказалась офигенной, просто классная. Классная, прекрасная. Не такая жирная, как лосось, потому что очень жирную я не люблю, но такая, как будто бы прям... Ну, самое то, в общем, не могу это объяснить. Вот, и цена за килограмм 799 рублей. Так, вернулась с работы. У меня сегодня были последние праздничные занятия новогодние. И вот такое чудо мне подарили родители с детками. Очень вкусно пахнет. Это настоящие веточки. И еще не смотрела, что здесь... Вместе посмотрим. Шоколад. Я так полагаю, это молочный шоколад. А, тут даже ничего не написано. Угу. Ну, значит, это шоколад. А, нет, вот смотрите. Симолент. Ага. Жалко, не состава ничего нет. Так, дальше. Такая красота. Бутылочка. Что это? Я не знаю. По-моему, это... не по-моему, это точно шампанское. Такие мандаринки. Ой, классно. Пахнет вкусно очень. Еще не ели мандарин даже. Такие вот шишечки. Ой, Дим, выключи, пожалуйста, сковородку. Блин, я не могу, у меня... Филипп, выключи сковородку. Ага, спасибо. Это я там гренки сейчас буду делать. Еще мне подарили родители...
Вот такие вкусненькие печеньки. Жду не дождусь, когда мы сейчас будем пить чай. И вот такие рафаэлки. А еще одна группа мне подарила то, что я сама себе хотела купить. Недавно мы были в Ашане, и там такие игрушечки продаются. Вот, я вообще в восторге. Символ года, зайка, девочка в шубке, с шарфиком, в таких вот ботиночках, похоже на Уги, варежки, шляпка с помпончиком. Такая красивая. И она даже стоит. Я так рада. Это вот в Ашане такие игрушечки продаются. Очень красиво. Такое чудо, что я хотела купить и не купила, а мне подарили. Вот. Сил, можно сказать, нет. Филипп, сейчас гренки пожарю, пока помоешься, ладно? Вот, сил нет. Хотелось бы куда-нибудь уехать. На это силы найдутся. Ну, посмотрим. В общем, даже времени не было особо, чтобы что-то думать, обсуждать. Дима вообще завтра еще работает к 8 до 12. Зачем, только непонятно. Поедет в школу, зачем-то там все учителя должны дежурить в новогодние праздники по одному. Вот они, он себе выбрал 31 декабря, чтобы потом уже свободным быть. Завтра такой трафик на дороге будет. В общем, не знаю, как чего. Еще мама испекла нам торт. Моя мама. Мой любимый торт медовик. Завтра обязательно покажу. Но, конечно, то, какой он на вкус, по видео не передашь. Это самый лучший торт в мире. Рыжик он еще называется. И она мне прислала фотографию. Сейчас ее тоже приложу, пожалуй. Но завтра получше его засниму. Вот. Такие дела. Я тут захожу, а он тут лежит. Да, вы что, подарки мои делите, Рич? Опять по шоколадке. Опять? Риченька. Фень, а ты чего хочешь? Тебе что ли шампанского налить? Фень, Фенечка, ну посмотри на меня. Риченька, Ричуша. Тебе зайка нравится? Зойка маленький. Риченька. Да, скажи. Мне зайка не нравится. Мне шоколадки нравятся. Ты печеньки будешь? И вот еще конфетки.